Приветствую всех. Вы смотрите передачу «Реновация новостройки Москвы». И вот прямо рядом с метро Крылатская строится многофункциональный комплекс шестиэтажный по адресу Осенний бульвар 8А. Вот этот шестиэтажный комплекс. Тут будут сам офисы, ну, также на первых там этажах магазины, кафе, ну, и всякие такие там торговые, сервисные организации. Здесь когда-то находился одноэтажное здание. Было, ну, долгое время там находился магазин «Талмода». Где-то там, ну, в 2000-х, ну, примерно где-то до 2016-2017 годов. Ну, а потом просто такое обычные продукты были. Мед, там, табак и всякие разные продукты, рыба и все такое. Ну, и вот, несмотря на протесты многих окрестных жителей, вот окрестных домов 17-этажных, это здание одноэтажное снесли, строят уж вот шестиэтажное здание, которое вот многим жителям не нравится. Ну, в общем, естественно... Многие как раз этого хотят, ну, как те, которые, в общем-то, в основном хотят тут работать, пользуются этим зданием. Ну, и застройщик, конечно же, который вложил в это довольно большие деньги, компания Герака.